Всем привет! Это канал I Like Pet, и в сегодняшнем ролике мы расскажем о видах наполнителей для кошачьего лотка. Если в вашем доме появилась кошка, самое время задуматься о создании правильных условий ее содержания. Помимо питания и места для сна, домашнему питомцу необходим туалет, поэтому важно выбрать правильный наполнитель, который подойдет именно вашей кошке. Впитывающий наполнитель изготавливается из натурального сырья, безопасного для животных. В состав могут входить древесные опилки, кукуруза, жом и специальные сорта глины. Для улучшения характеристик наполнителя некоторые производители добавляют в основной состав активированный уголь, соду или ионы серебра. Из плюсов такого наполнителя – он хорошо впитывает запах, не требует регулярной замены, а также имеет доступную цену. Но некоторые кошки отказываются повторно ходить в туалет, если наполнитель уже испачкан. А впитываемый наполнитель необходимо менять всего лишь раз в неделю. Силикогелевый наполнитель для кошачьего лотка изготавливается из натурального компонента – кремнезема, обработанного по специальной технологии. Продукт с нулевой влажностью и высокой пористой структурой эффективно поглощает большие объемы жидкости. Силикогелевый состав самый дорогостоящий, но при этом очень экономичный. Замена наполнителя в лотке производится 1-2 раза в месяц. Он быстро впитывает влагу и блокирует неприятные запахи. Древесный наполнитель создается из прессованных в гранулы опилок. Содержимое лотка можно смывать в канализацию. Экологически безопасный состав для животных. Он очень хорошо воспринимается кошками, а также подходит для котят. Однако мелкие частицы могут разноситься по дому, а уборка лотка требуется ежедневная. Лучший вариант для кошек – наполнитель хорошей структуры, не травмирующий лапки и не загрязняющий шерсть. Состав должен иметь естественный запах, не содержать токсичных и аллергенных элементов и не создавать лишнего мусора в квартире. Ну и, конечно же, нравится вашей кошке. О других интересных фактах из мира животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы представлены в соцсетях.